А вы знаете о том, что наше тело с нами разговаривает. Но мы не всегда его слушаем. Более того, наш организм просит у нас помощи в надежде на то, что мы поймем и исправим проблему. А наша задача – понять, что он от нас хочет, наш организм, и, естественно, помочь ему. Например, как наш организм говорит нам о том, что ему не хватает витамина В? Во-первых, появляются темные круги под глазами, сухости, трещины в уголках рта, знаете, такие заеды, постоянная усталость, низкий уровень энергии, проблемы с кожей и анемия. Кроме всего этого, ухудшается память, внимание, появляется бессонница, апатия, депрессия, раздражительность. Но это не значит, что нужно бежать в аптеку и покупать в большом количестве витамин В и пить его горстями. Все эти симптомы могут быть связаны и с другими проблемами, но главная наша задача не игнорировать их. Стоит сдать анализы, прислушайтесь к своему организму, и он вам скажет большое спасибо. Будьте здоровы!